Сотни Дедов Морозов и других сказочных героев прошли по Дзержинскому району. Шествию не помешал сильный снегопад. Традиционный маршрут не корректировали с песнями и поздравлениями. Дошли от администрации района до Березовой рощи. Александр Сульдин ощутил атмосферу праздника. Это стало хорошей традицией. Жители Дзержинского района заранее создают праздничное настроение. Достаточно прийти сюда, на площадь перед местной администрацией, в назначенный день и час. И желательно в костюме Деда Мороза или другого сказочного героя. Я сегодня в костюме цыганки. Представляю школу 178. Желаю всем новогоднего настроения. Я Карабас-Барабас. Дедов Морозов и Снегурочек очень много, а Карабас-Барабас такой один. Прекрасное настроение. Каждый год мы сюда ходим и будем ходить еще много лет, потому что настроение новогоднее повышается очень здорово. Морозов, снегурочек, эльфов и цыганок здесь десятки, а может даже и сотни. Но главный новогодний волшебник, как всегда, прибыл на пролетке. С Новым годом! Желаю счастья, море-море радостей и, конечно же, долголетия. С песнями, новогодними пожеланиями. Сегодня людей, несмотря на то, что достаточно снежно, пришло довольно много. Маршрут традиционный. От площади перед администрацией до главной елки Дзержинского района Березовой рощи. Вот так снежно и весело встречают Новый год в Дзержинском районе. С Новым годом! Александр Сульдин, Дмитрий Кан, Новосибирские новости. Спасибо, что смотрите канал «Новосибирские новости». Мы рады предложить вам интересное и полезное видео. Если хотите оперативно получать информацию о жизни города, подписывайтесь на наш канал, жмите колокольчик, чтобы не пропустить последние новости.